Самая важная программа — это разыгрывание ситуации с просмотром фильмов или сериалов или пересказывание друг другу сюжет. Барабан. Я не успеваю. Белки. Дома, кем я стану? Барабанщиком я стать хочу. А барабанах я стучу. Я стучу по батареям, по костюмам ложкой. Бам-бам-бам. Пожалеет, а то барабан. Мы еще это опыти взяли, забыла сказать, в покупках. Так, еще мы с Мирой заходили в аптеку, я просто забыла об этом сказать. Лекарство показывать я не буду. Но мы купили еще вот такую вот витаминку, аскорбинку, очень вкусно, кстати, когда мягче выбирала, вот такая вот еще. Так, лекарство показывать не буду. Самолечение может навредить вашему здоровью. Ну зачем же так кричать? А когда наоборот плохо, если ясный день, это хорошо. А когда наоборот плохо. It's a lucky day. It's a cold or it's a sunny. Can we go outside to play? Песня милая, музыка такая. It's windy when it's windy. We will start to fly or hide. Давай. Класс. Мирыч даже заметила, ребят. Мирыч даже заметила, что на улице так красиво сейчас, так зелено. Вот. Всем доброго утра. Это действительно красота. Все цветет. Запах такой, солнышко, тепло. Дамир, потом. Так. Это Дамир, как раз наша шапочка. Говорит, голова не поместилась. А здесь у нее такое лицо смешное. А это лето. У меня это рисунок о лете. Я его зафоткаю. Сейчас, подожди. Мы будем бабушкам отправлять. Это рисуночек о лете. Все, собираемся в школу. Тут губи с пузыриками. Творческий беспорядок. Все. Блин, больно, Вова. Опа! Сейчас фоткать на этом фоне. Такой классный. Остановись. Ну, Дамир, встань ровно. Спасибо.